dumneavoastră euro integrare, ce părere aveți? Da, nu știm, băie, suntem nelămuriți în ziua de azi. Dar n-ați dorit să devenim un stat european? Da. Cu drepturi de pline, cu aceeași justiție, cu nivel de corupție mai scăzut? Dorim. Români nu umblă ca și la noștri. Păi vedeți că... În alt țări. Noi dorim să avem un salariu ca în România, dar România, fiind stat european, dorește un salariu ca în Germania. De asta ei pleacă în Germania, pleacă în Marea Britanie. Ei au circulația liberă, dar noi suntem opriți la noi în țară. E complicat. Adică, cum înțeleg despre eurointegrare, aveți o părere pozitivă? Pozitivă, dar despre unire, eu am făcut armată în Cehoslovacie, eu știu cum trăiește lumea. Lumea e civilizată, e curată, e... Dar despre unire dumneavoastră cam nu tare doresc unire. Adică... Nu că nu dorim, nu credem. Păi așa mie pe poводу евроинтеграции Республики Молдова. Мне кажется, гиблое дело. А почему вы так думаете? Это не скоро будет. Не скоро, а вы сами хотели бы вступить в Евросоюз? Евросоюз? Да. Ну, с таким достатком, как мы сейчас живем, нет, конечно. Сначала надо поднять уровень жизни, как в Европе, а потом в Европу идти. А сейчас всем пойдем в Европу. А так вы бы хотели, если бы... Ну, конечно, если бы такой уровень жизни, как в Европе. Как вы видите эту интеграцию с Европой? Не знаю, с помощью объединения с Румынией. Это, как, не знаю, самый легкий путь, допустим. Румыния лучше стала жить, когда вступила в Европу? Ну, по сравнению, как она жила, она сейчас намного лучше живет. В 2007 году. Впрочем, они как жили, так живут. Только что, что... Нет, так вы видели, какие там раньше дороги были, какие сейчас там дороги, какие там зарплаты платились, а какие сейчас... Ну и у нас то же самое, если бы у нас не врывали. Что вы думаете по поводу евроинтеграции? Мне, например, я могу быть и в Молдове, могу быть и в Европе. А вы не хотите, чтобы Европа была у нас, чтобы у нас были те же самые возможности, как у европейцев? Скажу вам правду, мне все равно, потому что я европейка, у меня румынский паспорт. Сейчас. Я была в Европе в прошлое лето, я не пожалела ни капельки. Там чисто, там хорошо, цены умеренные. Вот вы говорите... И на одежду, и на все. Так вот пусть будет так и здесь. Вы говорите, что у вас есть румынский паспорт? Да. А по поводу объединения с Румынией, что вы думаете? Как самый быстрый способ стать частью Европы? Нет. Что именно плохое в Европейском Союзе? Ты что думаешь, что там у Румынии? Румыния вот в Евротон. Ну, Румыния, да, вступила 12 лет назад в Европейском Союзе. И там тоже... У них зарплаты в 3-4 раза больше, чем у нас. Пенсии тоже в 3-4 раза больше, чем у нас. В центре все там, а иди на поле туда, где это самое, там тоже бедно, там ничего нету. Но пенсии у них намного выше, чем у нас. Зарплаты намного выше, чем у нас. Так пускай решают эти парламенты. Значит, Европейский Союз в целом, европейская интеграция хороша, потому что Румыния помогла, значит, и нам может помочь. На Украине, если вы посмотрите, они тоже хотят вступить в Европейский Союз.